всем, кто сегодня пришел на это мемориальное место. Добрый вечер в первую очередь ветеранам, которые здесь есть. И спасибо вам большое. Вот уже третий год мы участвовали в этом проекте. И вот уже третий год, каждый раз, когда мы выходим на эту сцену, мы испытываем огромное волнение. Наверное, такое волнение мы не испытываем ни перед одним концертом, в котором мы принимаем участие. Поэтому спасибо огромное всем ветеранам за то, что у нас есть возможность с вами собраться и поучаствовать коллективом в этом проекте. И вам, и нам всем вместе порадоваться за то, что есть 9 мая, за то, что есть победа. Она есть и будет всегда. Летела на крыльях луны до весны, до весны.
не пришедшие поля, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.